Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать на Демогре 1-2-3 Латвия. И сегодня мы с вами пойдем в Юрмалу. Мы уже сейчас сидим с вами в Юрмале в одном кафе, которое называется «Катки». И сегодня мы с вами увидим, как же Юрмала сама выглядит. Посмотрим разные достопримечательности, а также ознакомимся с новыми окрестностями, а также пойдем на море. Так что присаживайтесь удобнее на сиденье, на экраны, и поехали! С вами Демогре 1-2-3 Латвия, и я... Вот я сейчас на данный момент в кафе нахожусь, где самые низкие цены. Посмотрите, вот такая булочка стоит здесь 80-90 евро. 80 центов, 90 евро, 90 центов, 75. Вот видите, здесь большой ассортимент булочек. Вот, вот это еще мороженое можно купить. Посмотрите, какие здесь особенные. Они в рожках, такие угольные. Вот мы проходим по улице Йомас сейчас. Йомас — это как бы считается главная улица Салспилса. Посмотрим. Пойдем. Я сейчас в селфи-палке снимаю, поэтому видео получается очень идеальное. Посмотрим сувениры. Пройдемся вдоль этой улицы главной. Пойдем на море с вами. Короче, сегодня будет очень интересно. Можно поснимать ваши сувениры? Я просто из канала Демогре 1-2-3 Латвия. Можно я просто делаю? Даже для вас реклама хорошая будет. Ага, вот, посмотрите, какие куколки интересные. А это ручная работа, да? Нет, это винтажные куколки. Винтажные куколки, да? Да. А как это понять, винтажные? Винтажные? Да. Это которые не новые, не новые, а уже старенькие. Старенькие, да? Да. Ну здорово. А эти бусики — это ручная работа, интересно? Нет. А, ну понятно. Интересно. Ручки делали, конечно, когда-то. Какое, золотое яичко, да? Да нет, куриное, к сожалению. Если бы у вас золотое яичко было бы, тогда можно было его продать. А знаете, сколько дорого стоит? Смотрите, какая тут посуда ювелирная. Я просто из своего канала, ну. Можете на мой канал подписаться. Хорошо. Демогре 1-2-3 Латвия. Красивые тарелочки вообще. А это они как бы идут копии, копии, и нет, они повторяются. Тарелочки они уже повторяются вообще, да? Ну, нет. Здесь нет. Нет? Понятно. Вот это статуэточки, посмотрите, какие классные. А сколько такая статуэтка одна стоит? От 5 до 1,5 тысяч разные. Да? Да? А вы тут принимаете статуэтки на продажу? Не-не-не-не. Ничего не принимаю. Жалко, конечно. Ну вот, пойдем. Здравствуйте, можно поснимать ваше? Я из канала Ютуба. У меня свой канал Демогре 1-2-3 Латвия. Можно я? Угу. Снимаю. Ух ты, какие сувенирчики. Это янтарь настоящий, да? Да. Спасибо большое. Ой, посмотрите, вот это вот самая интересная выставка котов. Точнее, не выставка, это... Такие мягенькие игрушечки. А сколько они такие стоят? Вы прошло... 3 евро и до 30 евро. Ага, круто. Смотрите, какие они мягенькие. Вау. У меня свой канал просто, я делаю видеоролики про Латвию. Давайте, спасибо. Вам большое. А это мягкие, это ручная работа, да? Это все ручная работа для автомобилей, для кошек, на летачках можно прицепить и поднимать настроение всему миру, не только, ну, да? Себе. Да. Не, я вообще обожаю кошек. И пакетик, он идет в комплекте, да? Конечно. Хорошо.
Если пойдет дождь, то он защитит от влаги, да? А потом такими можно, ну, кидаться друг друга, наливать туда. Кидаться друг друга нельзя. Это декоративные игрушки. Они... Нет, я имею в виду в пакетик налить воду. Пакетиком вы можете кидаться. Да. Да, например. Ага. Вот этот мороженый евро 80, посмотрите. У меня свой канал просто в интернете есть, вот и я. Как называется? Дима Грей 123 Латвия. Можете посмотреть. Вот, и я делаю видео. Ага. Дима Грей 123 Латвия. Хорошо, спасибо. Вопрос такой, а ну, вот если я заплачу деньги, то, в принципе, я могу любой вкус взять, да? Да, конечно. Я могу вам даже попробовать. А, не, потом. Я... Вот это такая вот верандочка, посмотрите. Здесь можно сидеть и, короче, разговаривать о чем угодно и делать свои дела, ноутбуком заниматься. Ну, может, все что угодно. Придумывать какие-либо разные вещи. Но самое главное, что это все здесь доступно на улице, не в помещении. Давай пойдем дальше. Вот, смотрите, какое здание красивое. Это вам Юрмала, да. Пойдем до конца. Вот такие шапочки. Я своего YouTube канала, я делаю видеоролики про Латвию. Могу я поснимать ваш ассортимент? Рекламу вам сделать? Ага. Видите, какие шапочки интересные. И вот еще шапочки классные. Это из мультика «Наступила зима» или не помню, как называется. «Прошлогодний снег», да? Да. Ой, интересно вообще. Это пес, который... Мы в Юрмале. Вот еще янтарь. Здесь вообще очень много таких вот ларьков, где можно купить янтарь. Янтарь — это очень дорогое вещество, оно добывается на море, делается из него разные украшения красивые. Вот, здравствуйте, дорогие дамы и господа, теперь я немножечко про историю расскажу. Ну, Юрмала — это вообще такой курортный город, здесь много собирается туристов, здесь в основном идут всякие фестивали юмористические, из-за того, что политика в стране у нас была такая, плохая, из-за этого раньше у нас была Юрмалина всякая разная, вот, а потом ее закрыли, то есть, точнее, Россия к нам приезжала, теперь Украина с концертами приезжает, не знаю, в общем, так вот, такие вот дела. Вот этот город так. Сейчас мы обозреем дальше. Пошли. Здесь также есть санатории разные, которые лечебные. Может быть, даже я их сниму на видеокамеру снаружи, но посмотрим. Мы путешествуем с вами в Юрмале, да, круто здесь, одно слово, по Юрмале. Ну, здесь сейчас пока что нету никаких таких двоевостей. Кинотеатр, да? Да, вы садитесь вон там, можно увидеть на камере. Угу. Очки, вы как будто в реальности. Да, реальности. Фильм. Ага, понятно. И сколько такой стоит билет? 1,350 стоит. 3,50. Ага, понятно. Спасибо большое. Да.
Ага, спасибо большое. А сколько вы в день получаете обычно за игру? Ну, знаешь, по-разному бывает. Да? А вообще, учиться играть на гитаре, это сложно? Ну, нет. Если вот как я играю, то не сложно. Не сложно? Просто долго. А. Пальцы привыкают, понимаешь, у тебя мозоли пока на пальцах. Понятно. А вообще, вы часто ходите к мастеру и настраиваете свою гитару? Не, зачем? Через тюнер настраивается и все. А так она, да, через тюнер. А так она не это, не, ну, если она там не падает. То есть это не затратное дело, ничего? Не, да? не затратное. Ну, струны покупать там, знаешь. Ага. А вообще за нее налог надо платить, интересно? Налог? Да. Не, ну просто... В смысле налог? Ну, да ладно, это я так придумал, но... Не, ну... А это вам подарили гитару? Ну, почти, можно так сказать. Я мою сломали просто и тогда подарили. Сколько такая примерно стоит? 100 евро где-то. А, 100 евро. Ну, спасибо вам большое за... А это прибыльное дело вообще, вот так вот играть? Да все прибыльное, да? Если делать с душой и качеством. Ага. Ну, тоже надо мозгой шевелить. А вы не боитесь конкуренции вообще? Так. Есть и есть, ну как. Ага, ну понятно. Здравствуйте, а что вы продаете вот здесь? Это орешки, можете попробовать. Орешки, да? Миндальные, ой. Да, пожалуйста. Спасибо большое. А это не страшно, что у меня денег нет? Ну, нет, это вас ни к чему не принуждает. Вы смело можете попробовать. Понравились, приобретать, не понравились, вот это вот с чесноком. Такого вы нигде не найдете. Вкусно. Чесноком. Можете показать еще раз в камеру? Пожалуйста, что? Чеснок и миндальные орешки. Секрет приготовления останется секретом, а вот ингредиенты я вам могу назвать. Спасибо. А вот смотрите, какой я там нахожусь в Юрмале. А, у меня голова закружилась. А, вообще тихо. Ну, да. Ладно. Вот там, Юнс из Паши Тайса, Эдиену, я? Ну, я же это подозреть скажу, а? Ага, ну, скажи. Ну, как это сыграть весь процесс и таду? Сколько из ним лайков или устаить таду? Эдиену? Это, не знаю, это попросить. Ага, ну, скажи. Jūs pērkat to, jā? Jā. Tas ir jūsu biznesa tāds, jā? Cik apmēram saldējums te maksā? Nu, cenas šeit ir, bet, nu, jā. Skaidrs. Tad liels, jā? Un, ja es samaksāšu naudiņu, tad es varu izvēlēties jau kādu garšu, jā? Nu, jā, visi garši maksā vienādi. Ā, vienādi, nu? Tad jā. Skaidrs. Kas tas ir šeit... ja es pirkšu viņu, tad, nu, es varu piepildināt ar šo lietu, vai, nu, vai piemaksāt? Jā, piemaksas 20 centi un būs papildus. Aha, skaidrs, labi, labi. Paldies jums liels par interviju, par visu. Un bieži jums pie jums klienti staigā? Nu, diezgan. Biznes iet tomēr, jā? Jā, labdien. Ну да, я стараюсь. Вот, давайте посмотрим картины, какие тут. Вот, видите? О, красивые. Здравствуйте, и сколько стоит у вас статуэточки, интересно? Это магниты какие-то. Это, и статуэточки вроде бы были. Нет? Янтарные магниты. Там есть. А, янтарные, да? Да, янтарные. Это такие, есть. Вот, смотри. Это магниты. И сколько они стоят примерно? Металлические все 3 евро, а остальные евро 50, 2 евро. Да? Ой, как классно. Смотрите, какие ложечки. А это эксклюзивные такие ложечки, да? Они чего сделаны? Которые? Вот эти вот. Эти? Да. Не, вот пирожки? Эти. Пирожки? Да, вот эти. Да. Мелхиор, если не ошибаюсь. Да, но не специальные. Это, это пластиковые или металлические, интересно? Металлические. Металлические? Ух ты. Значит, они, наверное, дорогие, а 7 евро. Да. Я вижу. Ага. Ух ты, давайте посмотрим здесь, что. Как классно. Красота. Посмотрите, янтарь.
Да, лапис лайс янтарем. Вот здесь, а что здесь делают разные вещи, какие классные, посмотрите. Вау. Бусы. Смотрите, какой фонтанчик красивый. Тут ресторанчик какой. Cik jums maksā no braukšana ar tādu riteni vai mašīnu? 15 eiro, jā? Jā. Un paldies! Un vidīti, mani kīdīti grājusā. Вот это уже концертный зал Дзинтри, да? А как, ну как у вас вообще идет бизнес с ватой? Отлично. Отлично, да? Да. И вообще трудно делать вот вату одной вообще? Нет? Это легкий процесс, да? А вы можете показать, как вы это делаете? Да, смотрите. О. У вас много клиентов вообще в вашем бизнесе? Ну как, какой день? А в дождливые дни у вас бывают клиенты? Ну только если ведра покупать. А, ну понятно. А бывает такое, что ну, вату съедают осы или там... Осы? Да, ну бывает такое? Да, кстати, да, было такой момент, что осы подлетали и как бы, да, ну потому что они же любят нет, это не сахароза, какая-то фруктоза, вот фруктоза, ага. Как бы в сахаре сахароза, ну да, они любят сладенькое. Сладенькое, ага, ну и... Ну хорошо, а вы когда-нибудь перевозили эту вату? Или вообще это возможно? Вот, например... Перевозить? Ну да, перевозить. Ну, в ведрах, да, конечно. Можно, да? Да. Ой, ну... Можете снять ведра. Ага. И... А, и ведра, да? Да, и ведра. Я думал, что вы меня угощаете, да? Просто так. Ну ладно, спасибо вам большое. Пожалуйста. Вы посмотрите, для привлечения туристов здесь стоит... Вот такой вот пианино, чтобы могли туристы играть. Сейчас походим с вами по пляжу. Посмотрите, это вот море, Юрмала, песок, жара. Посмотрите, вот здесь вот раньше такого не было, когда я 9 лет назад был в Юрмале, таких вот павильонов не было еще. А сейчас поставили. В море мы идем купаться, да. Ладно, купаться не пойду, но так, в принципе, видите, все практически люди, ну, не только не чуть-чуть купаются. Некоторые вообще ходят вон в плавках. У меня свой канал, кстати, есть, Дима Грянь, 2-3 лапи. Хорошо, подпишись. Балтийское море, вот оно здесь. Дети из России. Девчонки какие-то. Круто. Сейчас по. Ну как вообще водичка? Теплая? А? Как водичка вообще теплая? Я, у меня свой канал есть, так что ты попадешь в интернет. Здорово? Можешь передать. Меня снимают! Да, тебя снимают. На интернет. На интернет. Можешь передать привет моим подписчикам. Привет. А ты вообще откуда? Ты приехал откуда-то из другой страны, да? Да.
И как эта страна называется? Алматы. Алматы, ага. Алматы это у нас Казахстан. Это Казахстан, да? Да. Ой, очень... Интернет! И как вам вообще нравится Латвия? Эта страна, правда, прикольная? А как вам латышки? А как вам латышки нравятся местные? Они правда красивые? А что тебе вообще больше всего понравилось тут? Ты был вообще в парке? Море, да? Да. Ага, ну, приезжай в следующий раз, будем ждать. Вообще, Латвия это очень гостеприимная страна. Я думаю, что тебе понравится в дальнейшем. Ладно, спасибо большое. Как вам вообще в Юрмале? Хорошо, нормально. Нормально, да? А это ваши сестренки, вот эти вот девочки? Да, сестра. А, сестра, да? Классно. И вы надолго сюда приехали в Латвию? Да. Вы надолго сюда приехали в Латвию? О, ну прикольно.